Выберите желаемое действие. Ну, конечно, для почти, пожалуйста. Так. Достаточно ресурсов. Ну давай, пускай это будет доминатор. Тяжелый для импульсная высокосфера сжатого нейтрализованного шендер-бендер там мундр-юм, блять, и хрен его пойми, что вообще там происходит. Все, шкафчик, зашибись. Опа, давай мне пушенцы. Сука. Пушку-то будешь брать, нет? Че, тоже нет? А какого хрена? Ну все, бери, пушка тебе нужна, да? Я в шкаф у бабки. Ух ты ж, блядь. Давай присядем пониже. Не, ни в какую. По барабану ему, блядь. Ты смотри, что за херня, а? Ой, ты ж, блядь, да бери ты пушку, сука. И что надо-то? С бабкой переделить? Ну давай с бабкой переделить. Да уж, непростая ты старушка. Разве? Ты путаешь чего-то, внучок. Ну да. Изба летающая, компьютер квантовый под потолком. Перепутаешь тут. Не, я таких, как ты, не встречал. А может, память у тебя девичья? Я, может, после ранения мелочи какие не признаю. Да уж тебя бы точно запомнил. Мелочи? Ладно, у тебя дело важное было. Отлагательств поди не терпит. Есть такое. Угу. На ВДНХ мне попасть надо. Тут где-то станция железнодорожная должна быть. Аккурат за деревней она. Ступай прямо по дороге, не заблудишься. Только на небо внимательно поглядывай. Как выжила-то, давай. Как ты выжила-то? Да не выжила я. Померла. Как это? В смысле? Дурачок ты, что ли, такие вопросы задавать? Так бы взяла половник и дала тебе по башке. Опа, выживать обучена. Так и выжила. Так. Стану, ты даже животинку держишь. Да, бля, чаек особенный. Так, мне пора, давай, пятерка. Так, мне пора. Ступай, касатик. Кстати, внучок, ты там внизу пару колечек не находил? Золотые такие, в коробочке, с литерой предприятия 3826. Кольца в коробочке? Нет, бабзин, такого не видел. Не до этого было. Ну, ступай. ВДНХ ждет, ага. Спасибо большое, правда помогла. Стой, тебя ведь там Штокхаузен ждать будет. Да откуда ты все знаешь-то, а? От верблюда. Передай фрицу, если бы он не бегал за чужими бабами, может, все по-другому бы вышло. Слушай, ладно, я вообще не понимаю, о чем ты. Машину в деревне возьми, пешком до станции далеко. Вот, открылась калитка тут. Ну, я ни в какую, ну-ка, выйдем. Пожалуй, выйдем. И что? Пушку-то дали, нет? И пушку. Вот, блядь. Нихера тут пролет какой. Надо свалить фиг знает куда, фиг знает зачем. Потом он вернется и возьмет себе стволец. Аж зашибись-то. Тихо. Не закрывайся. Так. Здесь я эту хрень забрал. Там я эту хрень забрал. Так, ну-ка, надеюсь, давай-ка. Она спит. Да, конечно же, спит. Ну что, попробуем замастырить себе снежок. Долго сваривает скотина. Блядь. Вот это булавенька, вот это я понимаю. Не, ну так, наверное, посимпатичнее топора. Вообще-то это хрень полнейшая. Вот терем шкаф. Бабка, короче, Леонору доконала, да?
Майор, оружие или способности? Так, ну-ка давай посмотрим, что у нас там храс умеет. Так, шокер. Шокер мне не нужен. Не шокер. Так, тут все равно мало, и тут тоже, блядь, мало. Сука. Полимер. Так, возьмем сюда. Чего, блядь, недоступен? Телекин. Блядь. А как мне его? Да недоступен-то хрен с ним. О. Щит, заключающий в себя щит. Щит. Перезагрузка, дестабилизация, через полным зарядом используется его до конца. Щит дестабилизация взрывается, разбрызгивая противников. Полимер способность имеет перезарядку. Ну-ка, не забубенит ли нам щиточек себе интересный? Блять, да, ага, понятно, конечно, то размечтался-то как. Что не узнаем за восстановление энергии? Ну-ка, а тут переработка для получения энергии за потерянное здоровье. Элемент недоступен, все понятно. Элемент недоступен, да что ж непонятно это. Надеюсь, она спит. Да, конечно же, спит. Так, склад разбор. Ты ж ёбушки-воробушки.